Я вам обещал видос показать. Я забыл, но сейчас я найду. Мне надо найти тогда момент сначала. Чтобы показать вам видос, мне нужно вернуться в игру. Все, видос я нашел. Сейчас найдем момент, где Рион уехал. Вот он нашел, окей. Смотрите. Она сейчас его свапнет. Вот, Слардар может станет. Он не станет. А теперь он подумал, надо станет, блинкается вплотную. Посмотрите, как он... Блядь, это просто нечто. Просто первое, что мне пришло в голову, когда я увидел этот момент. Первое, что мне пришло в голову, это вот этот видос. Сразу говорю, многие не поймут, но, блядь, это первое, что мне пришло в голову, мне похуй. Вот. Был пацан, и нет пацана. Ну, блядь, так и было. Я не знаю, так и было. Еще раз, блядь, попробую под музыку это сделать. Получилось! Четко в тайминг! Через 0-2 получилось! Ебать! Просто идеально в тайминг вышло! Ладно, все, забейте. Я боюсь, большинству не смешно, но... Это первое, что мне пришло в голову! Первое, что мне пришло в голову! Все так и было! Был пацан, и нет пацана! Это то, что я увидел. Если вы увидели что-то, что-либо другое, это ваши проблемы. Это ваши проблемы с восприятием реальности. Великие силы. Был пацан и нет пацана! Он уехал по воздуху, правильно? Правильно. Видос так же самое называется. Был пацан и нет пацана, правильно? Правильно. Значит, похоже. Вау.